На полке магазина в Балыкове грустят несколько упаковок кускового сахара. Сахарный песок уже весь смели. По словам директора торговой точки, 100 килограммов сахара улетают за 8 часов. За последние дни спрос на продукт вырос более чем в 20 раз. Сахарный песок, конечно, сметают практически по любой цене. И тем самым провоцируют вообще ажиотаж и сумасшедший спрос, который, собственно говоря, не подкреплен конкретной потребительской потребностью людей. В магазине ждут новое поступление сахара уже на этой неделе, но если не изменится потребительское поведение, цены продолжат расти, а полки опустошатся. Вспомните весну 2020-го. Тогда была похожая ситуация. Как только люди прекратили судорожно скупать продукты, цены и ассортимент стабилизировались. Идет некая разнарядка. Продукция отпускается в должном объеме, которого достаточно будет для ежедневного потребления, спокойного, без увеличения спроса, без ажиотажа, то, что нужно для жизни. Соответственно, как только мы с вами перестанем сметать товар с полок, у нас в течение небольшого времени цикл восстановится, и товары будут возвращаться на полки. По словам Татьяны Кондратьевой, на складах производителей достаточно продукции, чтобы закрыть спрос на нее. И все, что нужно сделать в сложившейся ситуации – успокоиться и перестать штурмовать магазины. Без товаров первой необходимости не останемся, а вот повлиять на их стоимость можем. Если ажиотаж на сахар не спадет, он повлечет за собой рост цен на конфеты, кондитерку, лимонады, выпечку и многие другие продукты, где он присутствует. Купите, да, пакетик сахара, но насколько его хватает на месяц? Семье вполне хватает, если вы не едите его ложками, да, я думаю, что выдохнуть. И цена должна пойти вниз, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Если вы столкнулись с тем, что в магазинах не хватает продуктов или их стоимость необоснованно завышена, вы можете сообщить об этом через форму обратной связи на сайте «Мой бизнес». Ее запустили в регионе по поручению губернатора Глеба Никитина из-за возросшего количества обращений о ситуации с продуктами питания в магазинах. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».